На минувшей неделе губернатор подписал указ о создании в регионе Совета молодых ученых. И вот светлые умы всех вузов края собрались на базе ИГХТУ, чтобы показать главе региона свои наработки. Сегодня, вот я говорю, в ходе такой работы с секторами мы поняли, что и на уровне молодых ученых, которые у нас активно работают, получают гранты, пользуются грантами, открывают на них, ведут на них исследования. Повторюсь, есть необходимость друг друга информировать, чтобы возникали какие-то возникала более тесная межвузовская кооперация. Ульяна Сердюцкая учится на 6-м курсе медакадемии, занимается изучением эффективных технологий диагностики и лечения урологических заболеваний. Проблема одна: любому научному исследованию нужно финансирование. Поэтому конкретно я участвовала в конкурсе «Умник», Российский фонд содействия инновациям, и выиграла грант на 2 года научных исследований. 500 000 хватит на разработку конечного продукта. Будет создано электронное место врача-уролога. Программный продукт, который позволит оптимизировать диагностику и лечение пациентов с мочекаменной болезнью. Губернатор отнесся критично и сделал свои замечания. Надо понять, например, вписывается ли этот программный продукт в так называемый единый цифровой контур, который будет в медицине создан в ближайшие 4 года по всей стране. Вот эти важные вещи очень состыковать, чтобы не получилось так, что вы, например, сделаете, а потом это не окажется в холостую, я имею в виду сам этот продукт. Поэтому вы, пожалуйста, сделайте и коллег попросите те исследования, которые ведутся в медакадемии, их сейчас важно нам о них уже сейчас должен департамент знать, чтобы понимать, где мы можем их применить и чем мы можем помочь, а где, может быть, и дать возможность вам потренироваться. Все доклады губернатор слушал внимательно и старался задать вектор для дальнейшего развития работы. Например, исследования ученых ИФГУ о повышенном содержании тяжелых металлов в почве в разных районах губернии счел перспективным. Ключ к здоровью – это здоровый образ жизни и раннее выявление, и все-таки диагностика. Если у нас какая-то связь все-таки появится, мы тогда на этапе профилактики какие-то дополнительные мероприятия для этих территорий можем придумать вместе с медакадемией. Задача такого совета – наладить сотрудничество между вузами и вместе довести теоретические наработки до практического внедрения. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.